Приветствую, друзья, с вами Артур, у нас предпродажная проверочка MP3 плеера Canyon. Это у нас такая USB флешка, скажем так, так как сразу есть USB разъем, можно втыкнуть, закинуть новую музычку, работает от одной мизинчиковой батарейки, это тип AAA, батареечка в комплект не входит, на плеер уже установлена какая-то музычка, я сейчас подключу наушники, мы послушаем. Плеер продается без ничего, то есть наушники у нас есть отдельно в продаже, они в комплект не входят, и батарейка точно так же в комплект не входит. Если кому-то срочно нужно наушники и батарейку, можете докупить у нас, и мы отправим одной посылочкой. Пишу я не на камеру, на телефон, Bluetooth какой-то колонки под рукой нету, чтобы по AUX подключить. Будем слушать на наушниках, я буду наушники подставлять, где микрофоны с телефона выходят. В общем, у нас есть кнопка Hold, главное, чтобы она не была нажата. Она блокирует вот эти вот все кнопочки. Кнопкой Play мы удерживаем, мы плеер включаем, загорается синяя голубоватая подсветочка с надписью Welcome. И сразу пошли, закинута музыка, я так понимаю, с русскими названиями и тегами. Оно не умеет читать шрифты, поэтому идут иероглифы. Так, нажимаем еще раз play. Ну, я думаю, вам слышно музыку, да? Сейчас сделаю громкость. Стоп. Так. Я сделаю громче. Ну, вы поняли, да, у нас играет Скрябин. Скрябин. Ну, в общем, плеер, друзья, полностью исправный. Удерживаем, выключаем его. Я так понимаю, он может быть в качестве диктофона. Еще здесь у нас где-то я видел разъем микрофона. А вот микрофон. То есть, скорее всего, может выступать как диктофон еще. Вот такой вот у нас MP3 плеерок. Лайк за кратенький обзорчик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.